действий сорвал и сорного места. Жаждал ей новые лица, манили красотой города, как никогда. Иерусалим надоел мне изрядно, я оставил там последний поклон. Друзей, попутчиков нет и не надо, все решено, я иду в Иерихон, и это не сон. Я был уверен упрям и доволен собой, и из робкого десятка не согнусь пред той. Иерихон на горизонте, что мне надо еще? Какая жизнь великолепная и жить хорошо. Вдруг темные фигуры перекрыли мой путь, стальное лезвие без промаха вонзилось мне в грудь. От жуткой боли моментально потемнело в глазах, в одно мгновение оказался в придорожных кустах. Надежды рушились, таяли силы, а мимо снова толпа пронеслась, осталась лишь грязь. Напрасно я взирал на дорогу, кричал беззвучно, мне тяжело. Священник хмуро спешил в синагогу, левит не отставал от него, а за ним никого. Меня не слышал никто, ни слуга и ни князь. Видать, обочина с дорогой потеряла связь. А может, просто у дороги люди сорт второй. Никто не хочет рисковать своей головой. Я перестал стонать, наверное, это судьба. Как вдруг один из проходивших посмотрел на меня. Он подошел ко мне с любовью, придорожный купец. Он осторожно прикоснулся, я услышал ответ. Я не пройду мимо, я не пройду. Слезы я вытру, все раны перевяжу. Я не пройду мимо, я не пройду. Услышу мольбу, отведу от тебя любую беду. Держали крепко, чтоб не упасть. Что же это за власть? Все боли куда-то исчезли, радость бурлит, как вулкан. Вместе с ним снова я на дороге. Мне не страшен никакой ураган, никакой ураган. И самарянин открыл очень важный секрет, что людей второго сорта, ну, конечно же, нет. Мы в канавах, потому что спешим берегом, презирая благодать и Божий закон. Но на прощание улыбнулся, как на душу елей. Я помог тебе, и ты теперь живи для людей. Какое счастье, Бог услышал мой отчаянный крик. Я сорвал с себя посон и проклятый лык. Нет, не судьба, обочина не для меня. Иисус не обочина, Он дорога моя. Нет, не судьба, обочина не для меня.
верный путь, дорога моя. Нет, не пройду, мимо я не пройду. Хоть одному упавшему я помогу. Нет, не пройду. Одного забоченный я подниму.